Владимир Болгов одержал победу с отрывом в 55 голосов. По предварительным результатам он набрал почти 46%. На втором месте самовыдвиженец Константин Черных. Ему доверие оказали свыше 34% избирателей. На третьем месте Тимур Аскеров от партии КПРФ. У него более 10%. Всего явка составила 15,5%. По словам председателя территориальной избирательной комиссии, до выборов в Нефтеюганске прошли спокойно, жалоб и обращений зарегистрировано не было.